Всем доброго времени суток! Рада всех приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лекцер. В данном видео хочу выполнить обзор колоды Хэллоуин Таро по многочисленным просьбам. А для кого будет интересно это видео? Естественно, для тех, кто практикует, вне зависимости от того, начинающий вы практик или нет. В целом для любителей эстетики, либо тем, кому интересен так или иначе мир Таро и мир эзотерики. Итак, сегодня хочу сделать обзор на колоду Хэллоуин Таро. Объясню, почему именно на эту. Обзоры буду выполнять именно на те колоды, которые вас больше всего интересуют, либо те, которые вы где-то не можете купить, достать у себя, да, там в городе, либо найти в интернете. Ну, соответственно, буду показывать вам свой взгляд на такие вот эзотерические вещи. Итак, Хэллоуин Таро. Вот она в такой жестяной коробке. Начну с того, что здесь вот вам сразу подсказочка, как представлены масти. Смотрите, бесы – это жезлы, тыквы, да, это пентакли, призраки – это кубки, и летучие мыши – это мечи. Вот такая вот жестяная коробка. Издательство у нас USAM Games, это США. Значит, эту колоду нарисовала американская художница Киплинг Вест в соавторстве с Карен Ли. Ну, то есть они, я не знаю, кто там кого курировал, да, в каком контексте. Но, тем не менее, работали они не в соавторстве. Всего здесь 78 карт, инструкция на английском языке. Именно у меня колода издания 2008 года. Есть более раннее издание 96 года. Традиция здесь Уэйт, то есть классика Уэйта. Единственное, что здесь немного другая иллюстрация, да, с позиции шаржа на Уэйта. Ну, то есть в таком вот шутливом, что ли, стиле. Значит, карты два раза здесь. Паж, рыцарь, дама и король. Ну и нумерация идет согласно классике Уэйта. То есть шут нулевой, сила восьма, правосудие одиннадцатое. А к чему относится эта колода? Ну, можно назвать ее, скорее всего, мультяшной, либо, да, вот частично кто-то ее видит темной, хотя я скажу честно, темной я не вижу, либо какой-то готической. Мне она, знаете, несмотря на свою какую-то темную прорисовку, она все равно светлая. Итак, давайте смотреть саму колоду. Вот, она находится в жестяной коробке. Для меня это очень удобно. Объясню по нескольким причинам. Сравнивать с вами будем с обычной классической колодой. Например, издательство Лоскарабео. Вот у меня колесо года. Во-первых, поскольку она жестяная, прослужит она вам намного дольше. Не скажу, что я не люблю мешочки, но тем не менее, в основном, если мне позволяет упаковка, я все свои колоды храню в основном в коробках. Ну, не знаю, вот у меня такой вот фетиш, мне так нравится. У меня, безусловно, есть колоды в мешочках, но их немногочисленное количество. Итак, начнем с того, сравним в плане размера. Я вам достану карту стандартной колоды, да, и достану вам карту из вот этой колоды. То есть я не могу назвать ее мини-формат. Мини-формат, он еще будет меньше. Здесь размер карт идет 70 на 120 миллиметров. Это вот идет классика. И здесь карта идет 6,5 на 10 сантиметров. То есть вы понимаете, насколько она меньше. Ну, то есть, но мини-формат, он еще меньше. Эта колода удобна тем, что, например, если вы снимаете видео, там, где у вас большие расклады, очень много карт у вас поместится непосредственно на рабочем столе. Либо если вы берете с собой, не знаю, там, в поездку, не в поездку, да, там, где у вас маленький рабочий стол и нет возможности выкладывать. Значит, всего здесь идет две пустые карты. Одну я взяла себе как закладку в книгу. Вторая здесь просто описана, да, специфика колоды и написана об авторе. Вот идет небольшая МБК. Ну, те, кто занимается Таро, понимают. Это такая маленькая, кратенькая инструкция. Но я скажу честно, она на английском языке. Не могу сказать, что она для вас будет сильно информативной. Почему? Потому что, в принципе, здесь даже идут та же классическая трактовка. Плюс-минус прорисовка не отличается. Мы с вами сейчас это все посмотрим. Здесь нет в книжке, вот как вы видите, сейчас вам даже изначально открою. Вот. Сейчас фокус наведу. То есть здесь вы не найдете глобального описания. Здесь совсем кратенькие расклады.
Ну, для кого это информативно, скажу честно, я вообще не пользуюсь, да, вот стандартными раскладами. Я работаю авторскими раскладами своими, согласно ситуации. Ну и в целом описание арканов, как старших, так и младших. Итак, давайте же знакомиться с этой красотой. Вот, смотрите, достается очень удобно, легко. Ну, не знаю, мне очень нравится. А моему ребенку так вообще, он говорит: боже мой, мама, какая красивая коробочка, подари мне, пожалуйста. То есть у меня даже ребенок, знаете, как в восторге, или как в нашем говорят, в захвате, на украинском, да, таких вещей. Вот такая красивая красочная рубашка, мультяшная, по-своему живая, по-своему интересная, которая вот все равно цепляет душу. Ну и давайте начинать, безусловно, с карт. Вот начинаем со старшего аркана. Дурак. Значит, смотрите, мало того, что идет прорисовка, внизу видите старшие арканы, видите, они выделены в ромбик, идет подпись. Колода англоязычная, здесь нет русскоязычного перевода, либо мультиязычного, но я думаю, вам и так будет понятно, особенно те, кто уже давно практикует. Вот, за плечами опыт в виде сумки, да, только она здесь лежит на земле, опыт, который устаканился. Вот легкомысленное бытие, жонглирует событиями жизни. Вот кошка, вот этот обрыв. Ну, все в такой вот мультяшной форме. Поэтому я говорю, вам будет легко работать с этой колодой, с этой ситуацией. Вот непосредственно сам маг. Вот изображены все масти, только по-своему, да, в стиле Хэллоуин. То, что маг держит руку на пульсе и контролирует все процессы, соответственно, может добиться всего, чего пожелает, потому что у него для этого есть абсолютно все ресурсы. Вот интересная такая своеобразная жрица. Вот луна, как символ интуиции, знания. Вот книга судеб, книга бытия. Вот эти две башни, да, между которыми она находится. Ну, то есть прорисовка, понимаете, плюс-минус отличается, но незначительно. Потому что поэтому даже если вы начинающий практик, уверена, вам не составит труда с ней работать. Опять же, все арканы подписаны и пронумерованы. Мне комфортно с ней работать даже, ну, вот я бы, знаете, я работаю на прямых и на перевернутых арканах. То есть мне и так комфортно. Колода очень легкая, очень игривая, ну и легкая в плане энергетики. Вот посмотрите, какая здесь готическая императрица. А здесь на плодородие, вот видите, больше указывает вот дерево, урожай, вот эта корона звезд изображена просто как звезды над ней, да. А, о том, что она такая вот, видите, берет всех под опеку, под защиту, вот ее красная плащ, как тоже символ плодородия. Здесь она не изображена животиком, но тем не менее это четко указывает на ее высокий социальный статус, и на то, что все-таки она в первую очередь как мама, вот видите, оберегает свою питомицу. Император. Ну, с императором, думаю, здесь все понятно. Стабильность, порядок, сам себе хозяин, хозяин положения. Ну, вот видите, все идет согласно классике, согласно вот готической вот такой темы. Вот этот же иерофант. Вот такая вот мумия. Сама по себе прорисовка говорит, да, что человек зрит в корень, но тем не менее прячет внешний облик. Но тем не менее, опять же, следует каким-то своим традициям своего региона, да, вот видите, здесь вот мумия, да, Египет изображен. Так, дальше. Любовники, вот именно любовники, видите, вернулся здесь Дракула, ага, а здесь любовная переписка. Ну, то есть, опять же, ситуация четко указывает на любовный треугольник и возможность быть застигнутой врасплох. Так, колесница. Ну, здесь у нас изображена катафалка, да, достаточно такой смешной, своеобразный. Но, тем не менее, карты добрые. Я не знаю, почему мне многие пишут, что они очень злые, какие-то нехорошие. У меня они, наоборот, вызывают положительные эмоции. Вот сила. То есть, видите, здесь больше с позиции ласки, заботы, попытка покорить льва. Отшельник, человек, который занимается своей жизнью как экспериментами, знаете, сами на себе экспериментирует, но тем не менее ищет свой рецепт, да, либо вот итог своего эксперимента, да, то, чего он хочет достичь. Так вот здесь отшельник изображен, ну вот человек, который ищет, ну не знаю, смысл жизни, либо то, к чему он там, не знаю, поиск себя, вот поиск бытия, смысла бытия. Ну и все в таком контексте. Ну, то есть карты очень такие веселые, забавные, или вот колесо фортуны, да, или пан, или пропал, это уже как получится. Но тем не менее, карта удачи, видите, все мечи пролетели мимо. Правосудие. Видите, что на чаше весов, чему отдать предпочтение? Да, так, интересный какой повешенный, тоже смотрите.
Но все они, смотрите, какие добродушные, все веселые, все улыбаются, нигде нет тени какого-то грусти. Даже та же смерть, видите, поливает, идет тыкву, ждет урожая, ждет каких-то новых перемен, ситуация трансформации. Не знаю, карты очень добрые, вот та же умеренность, да, подобрать оптимальную как бы дозировку, чтобы был идеальным рецепт, не знаю, рецепт вашего благосостояния, то есть соблюдать во всем гармонию. Дьявол, вот вам эта зависимость от обстоятельств, от денег, от каких-то пагубных привычек, ну и прочее, прочее. А башня. Здесь изображен элемент крушения, но все равно видите, как в принципе в классике башня – это все-таки элемент недвижимости. Карта дома, карта семьи. А, ну вот да, здесь тоже может просто указывать, да, что в семье произошли какие-то перипетии. Карта звезды. Вот символика, попытки загадать желание. Так. Луна, вот у нас здесь оборотень будет на Луну, вот здесь сразу символика рака, вот рак здесь, да, вот ползет. Солнце, видите, два таких мирно спящих, я не знаю даже кто это, или это один какой-то вот человечек, не знаю как он называется, но такое счастливое чудо. Даже черепушки, смотрите, смеются, улыбаются, все очень по-доброму. Вот страшный суд, ситуация воскрешения. Вот, то есть, видите, абсолютно соответствует классике, и у вас не возникнет сложности с ее проработкой, с ее трактовкой. Вот, поехали. Итак, смотрите, здесь у нас пошла масть жезлов. Жезлы – это у нас бесы. Так, это был туз. Вот двоечка. Какая смешная. Тройка. Четверка, да, символ семейной пары, символ недвижимости, праздника, сбора урожая. Вот вам конкуренция, борьба по пятерке. Шестерка, смотрите, сколько вы задели. Символ переезда, путешествий, победы и движения вперед. Ну, совместная победа благодаря усилиям и поддержке ваших друзей, коллектива, да. Так, вот видите, здесь семерка жезлов. Отстаивание своих интересов, то есть вы ведете за собой людей. Немножечко по-другому прорисовка, но по сути смысл не меняется, то есть вы ведете за собой массы. Восьмерка жезлов, вот карта интернет-общения, перелета, путешествий, скорости, быстрого развития событий. Девятка жезлов тоже, вот вы эмоционально закрыты, выстраиваете барьер, но тем не менее, вы знаете, как путеводитель, ищете какой-то выход из ситуации. Десятка жезлов, то, что нагрузили на себя слишком много обязанностей, их не тянете. Паж жезлов, карта сообщения, рыцарь жезлов. Ну, то есть, понимаете, по сути, я не вижу здесь каких-то вот совсем отличий от классики Уэйта. Король жезлов везде. Вот видите, практически на всех арканах присутствует черная кошечка. Заметили? Такой дьяволенок. Вот, поехали. Призраки, кубки. Вот туз кубков. Видите, эмоции, чувства льются через край. Двойка кубков. Троечка. Четверка кубков. Вот карта депрессии. Видите, предлагают ему разные, да, скажем так, новые знакомства, новые способы, новые возможности, от которых человек отказывается. Вот, пятерка кубков, карта сожаления, попытки исправить ошибки прошлого. Шестерка кубков, карта родственных связей, семьи. Семерка кубков, вот, тоже ситуация трудного выбора. Восьмерка кубков, то есть, видите, несмотря на какие-то увеселительные мероприятия, уходит в горы. Ну, то есть, я говорю, вам будет очень легко работать с этой колодой, особенно для тех, кто знаком с классикой. Ничего кардинально нового для себя вы здесь не найдете. Ну, колода такая, знаете, как шутливая. Не знаю, почему-то, когда с ней работаю, больше как бы всплывает юмора, какого-то сарказма, но, во всяком случае, она так даже интуитивно дает такую информацию. Так, вот туз мечей. Мечи – это у нас летучие мыши. Двойка мечей.
тройка мечей. Видите, как одновременно едят сердце. Интересная такая, да, вот прорисовка. Четверка мечей очень смешная. Ой, так. Это у нас пятерка мечей. Вы знаете, как... Ну, тут можно даже сказать, да, загребать жар чужими руками. Либо выехать за счет чужих попыток. Шестерка мечей. Карта переезда, движение вперед. Все остальные прорисовки, ну вот видите, они практически идентичны классике. Так, видите, вот десятка мечей. Естественно, тут как бы мечи не прибивают, но вот здесь вот получается вот как в склепе в каком-то, да, под землей, а сверху вот летучие мыши. То, что прибивает вас, либо является крахом ситуации. Паж мечей. Рыцарь мечей. Королева. Король. Так, поехали. Туз пентаклей. Видите? Карта больших, богатых возможностей, благополучия, материального достатка, исполнения желаний. То есть все в ваших руках. Двоечка пентаклей, видите? Замечательно. Троечка. Замечательно, видите, какой горошек, все эти темочки. Пятерка пентаклей, карта бедности, карта кризиса, духовной бедности, да, отсутствие эмоционального родства. Вот шестерка пентаклей, ну, согласно Хэллоуин, кошелек или деньги, да, сладости или смерть. Так, семерка пентаклей, вот, ожидание плодов своего труда. Восьмерка пентаклей, карта тяжелого, плодотворного труда. Девятка пентаклей. Десятка пентаклей, вот, видите. Вот хорошо, кстати, продумали, сделали, да, согласно специфике Хэллоуина. Вот четко подобраны все детали, все образы. Вот видите, какая игривая, замечательная колода. Королева пентаклей, символ плодородия, материнства. Ну и завершает король пентаклей. Видите, какой красавец мужчина. Так. Приобретала эту колоду я на украинском сайте pentagram.com.ua. Безусловно, эту колоду вы можете приобрести, поискать в интернете, на eBay, на Amazon, тут уже кому как удобно. Почему я выбираю здесь? Потому что, ну, во-первых, сайт украиноязычный, находится в моем городе, то есть мне непосредственно я могу прийти в этот магазин, еще посмотреть, выбрать, именно воочию, покрутить, потрогать, то есть мне удобно. Плюс мне нравится то, что здесь цены ниже, чем на других сайтах, то есть вы можете сопоставить, для себя сравнить. На eBay, безусловно, тоже найти можете эту колоду, но здесь вам нужно смотреть с позиции, ну, то есть, если вы проживаете в другой стране, для вас это будет актуально, да, но если вы проживаете в Украине, я думаю, вам дешевле будет заказать на каком-либо украиноязычном сайте, потому что плюс доставка с eBay, ну, я не уверена, что это вам овчинка выделки стоит. Ну, вот такая вот... Замечательная колода. Видите, удобно ложится в ручку, особенно в женскую. Актуально для тех будет, у кого ручка маленькая. Это, знаете, ну, плюс, как и сказала, да, поместится и в любую дамскую сумочку. Причем, посмотрите, коробка закрывается очень плотно, поэтому, если вы переживаете, что она раскроется, все рассыпется, это не так. Здесь нужно будет еще постараться. Но она будет не только полезна для коллекционеров, и будет жемчужиной вашей коллекции. Для тех, кто даже не коллекционирует, но хочет выбрать себе толковую колоду. Особенно, кто не любит скучную классику, скучную прорисовку, это действительно будет именно для вас. Она вас будет радовать, я уверена, долгие годы. Кстати, даже у детей, увидя такие коробки, будет просыпаться интерес к эзотерике. Но, безусловно, не всем можно. Так что вот такая вот колода. Я ей очень довольна, уверена, вы видели многие расклады мои на этой колоде, поэтому можете посмотреть, насколько она является рабочей, потому что многие мне пишут, что колоды такого типа не рабочие. Не знаю, я с этим не согласна. Можете сопоставить, посмотреть, как проигрываются на ней расклады, почитать отзывы под теми видео, в
в которых я использовала эту колоду, ну и сделать для себя выводы. Надеюсь, для вас она будет полезным приобретением, полезной покупкой. Единственное, что хочу еще сказать, она существует не только в таком мини-формате, она есть еще вот по типу такой вот колоды, вот бумажной упаковки и большего формата. Цена, естественно, на нее будет чуть-чуть дороже. Но меня заинтересовал именно этот формат. Ну и размер карт, соответственно, здесь будет 70 на 120, а здесь 6,5 на 10. Поэтому здесь вы уже выбираете, что для вас более приемлемо. Так что вот так вот. Надеюсь, мой обзор для вас будет полезен, поможет вам сделать какие-то выводы. Ссылку на магазин тех, кто спрашивал, я скину под этим видео, закреплю ее в комментариях, и вы сможете пройти, посмотреть эту колоду, перечень других товаров. Ну а искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. До новых встреч!